Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Говорят, что прошлое нельзя вернуть, но как быть, если вновь испытывают сильные чувства к бывшей девушке? Расстались очень давно, 8 лет прошло. Стоит ли бороться за такие отношения или просто жить с этим тяжелым состоянием? Ну, для такого достаточно сложного и обширного вопроса я бы сказал, что несколько маловато информации вы предоставили, потому что есть много достаточно нюансов, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. И сейчас говорить о том, что ну, как вам помочь, да, например, если говорить о том, как вам помочь, то я бы сказал, что сначала нужно, нужно узнать, что за чувство, что вас связывает, ну, как бы, друг с другом, да, что вы ну, чувствуете, вот, по отношению к ней, что вы хотите для, ну, своей, так скажем, девушке. Вот. И вот, соответственно, я думаю, что вам имеет смысл обратить внимание, ну вот, в первую очередь на именно это. Вот, именно на то, что вы на самом деле, ну, что вы на самом деле чувствуете, да, и чего на самом деле вы в этом смысле хотите. Вот. Вот так, я думаю, вам нужно ответить. То есть, нет ничего плохого, если вы как-то, ну, повзаимодействуете со своей девушкой. Нет ничего плохого в том, если вы попробуете с ней сблизиться, но желательно, конечно, чтобы вы несколько вот постарались, ну, поисследовать свои чувства, да, несколько поисследовать вот свои эмоции, вот, и, ну, как бы, поисследовать свои, ну, желания. Вот то, что я могу вам, ну, как бы, сейчас сказать, вот. Потому что, ну, вполне может быть, вот, что у вас, ну, как бы, просто вот, ну, в определенной степени зависимость, вот, от человека. И, на мой взгляд, вот в этом смысле и нужно с вами поработать. Вот, ну, в первую очередь, вот. Поэтому я думаю, что спешить,
ну, спешить не нужно, вот, спокойно можно поговорить с девушкой, вот, да, ну, вот, в какой-то степени посмотреть на то, как бы вот, как у вас будет складываться с ней контакт, вот, и, соответственно, дальше уже по ситуации как бы разбираться. Ну, дальше вот по ситуации уже смотреть. Понимаете, да? О чем идет речь? Вот. Я думаю, такой ответ здесь можно вам дать. И на мой взгляд, я бы посмотрел в целом, как вы, ну, организовываете свою жизнь, вот. Насколько она вам, ваша жизнь, ну, как бы, интересна, да, и так далее. Это первое. Второе. Это уровень проживания вами ваших чувств, то есть, ну, по факту. Возможно, вы вот даже в этом смысле не знаете, что именно вы чувствуете по отношению, как бы, к своей девушке. Вот. Только, в общем и целом, потому же, что ну, не говорили об этом, никогда не, ну, никогда не проговаривали этого, никогда не, ну, не проживали этого, вот, понимаете, да? Поэтому, может быть, если вы, ну, дадите себе возможность свои чувства прожить, вот, то прошлое не будет вас как бы тяготить таким образом. Вот. Понимаете, да? А сейчас вы в этом смысле от своего прошлого убегаете, вот, сейчас вы стараетесь, ну, как бы, ну, бежать от своих чувств, вот, и поэтому, вот, ну, как бы, оно вас, в смысле, прошлое, ну, преследует, вот. Ну, в этом смысле, вот, я думаю, так. Поэтому не нужно бежать, да, ну, наоборот, развернуться к своим чувствам
значит, лицом, да, вот, столкнуться с этим, вот, и, соответственно, сможете лучше себя, ну, понять в этом смысле. Вот, конечно, есть много, ну, много вариантов, вот, то есть, ну, не факт, что вам будет прямо вот хорошо, да, то есть, ну, вы в этом смысле не застрахованы от боли, вот. Но, тем не менее, именно психолог может помочь вам через все это, через все это пройти, вот. И, собственно, выйти выращен, выйти более осознающим, вот, и так далее. Вот, я думаю так. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что, ну, дал вам пищу для размышлений, вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот, это позволит вам начать меняться, и, может быть, вы сможете и с девочкой, ну, отношения построить в этом смысле хорошие. Ну, а даже если и не получится, если вдруг у вас, ну, не получится, вот, то вы сможете двигаться дальше, вот, по жизни. Удачи вам, всего самого доброго, вы большой молодец, что обратились, что заговорили об этом. Теперь вам нужно сделать следующий шаг.